Следующий вопрос. «Ида аслам аль-кафир валю акфир мин арбаа нисва, фа аслам на вагуа мухрим». Говорит, если человек, будучи неверующим, принял затем ислам. И в это время, то есть тогда, когда он принял ислам, у него было более чем 4 жены. То есть во время неверия был женат более чем на 4 женах. «Фа аслам на вагуа мухрим». И они также все, то есть все его жены, приняли ислам. И в это время он находится в ихраме. То есть каково его постановление? Можно ли ему выбрать 4 жены из всех остальных? Или это тоже считается за заключение брака и запрещено состояние ихрама? Говорит Закара Ахлюль Ильми Анна Лаву Ан Ятахайяра Мингунна Арбаан Фихали Ихрамихи. Говорит, обладатели знаний упомянули о том, что он имеет право и разрешено ему выбрать из всех его жен 4, даже если он находится в состоянии храма в это время. Ляну алейса би никах, потому что выбор 4 жен из более большего количества не считается за никах, не считается за заключение брака, бальго им сайкун валлаху алам, но считается за удержание, то есть удержание тех браков, которые уже заключены. И одному Аллаху лучше известно. Значит, если неверующий был женат более чем на 4 женах, затем принимает ислам, во-первых, как он должен поступить? Он из этого большого количества жен может оставить себе 4, то есть выбрать 4, а остальных должен отпустить. И может ли он делать это во время ихрама? Более правильное мнение, что да, может это делать во время ихрама. Далее. Был женат более чем на 4 женах, затем принимает ислам, во-первых, как он должен поступить? Он из этого большого количества жен может оставить себе 4, то есть выбрать 4, а остальных должен отпустить. И может ли он делать это во время ихрама? Более правильное мнение, что да, может это делать во время ихрама. Далее. Правильное мнение, что да, может это делать во время ихрама. Далее.